Машины-помощники. По морю плывет большой паром. Он перевозит машины. На его палубе поместилось 5 машин. 2 самосвала, бензовоз и 2 фургона. Впереди уже виден причал. Паром плывет к берегу и разворачивается. Задний ход. Паром медленно причаливает к пристани. Опускаем пандус. Но выезжать пока рано. Паром качается на волнах. Кто-то должен закрепить швартовы. Специальные канаты, которые не дадут парому уплыть обратно в море. Кто нам поможет? Из гаража выезжает экскаватор с манипулятором на стреле. Этим манипулятором он захватит швартовы и закинет их на кнехты. Что такое кнехты? Сейчас узнаем. Видишь маленькие металлические штыри на причале? Это и есть кнехты. Паром, экскаватор приехал тебе помочь. Манипулятор берет канат и накидывает петлю на кнехт. И с другой стороны. Натягиваем канаты. Теперь паром надежно прикреплен к берегу. Опускаем стояночные тормоза. Машины едут на берег. Самосвалы. Бензовоз и 2 фургона. Смотри, автовозы подвозят новых пассажиров. В другую сторону на пароме поедут маленькие машинки. Заезжайте! Ставим автовозы на тормоз. Паром готов к отправлению. Отдать швартовы! Это значит, манипулятор должен отсоединить канаты. Пандус закрыт. Винты вращаются. Счастливого пути, машинки! Машины-помощники. Ой-ой-ой! На улице очень сильный дождь с грозой. Бедный автовоз. Сложно ехать в такую погоду. О, ураган!
Держитесь, машинки! Авария! Гроза закончилась, но все машинки сломаны. У одной отвалилось колесо, у другой номер. А у голубой машинки царапина. Красная машинка развалилась на две части. И автовоз перевернулся. Нам нужно много помощников. Вызываем эвакуаторы разных цветов. Для каждой машинки свой. Красный эвакуатор. Зеленый эвакуатор. А каких цветов будут эти машины? Голубой, оранжевый и фиолетовый. Пять эвакуаторов готовы ехать на помощь. Они отвезут сломанные машинки в автосервис. Эвакуаторы приехали на место аварии. Смотри, автокран уже тут. Он поднимает автовоз. Теперь ставит каждую машинку на эвакуатор такого же цвета. Зеленую машинку на зеленый эвакуатор. Красную на красный. Голубую на голубой. Фиолетовую на фиолетовый. Оранжевая машинка поедет в автосервис на оранжево-желтом эвакуаторе. Почти приехали! Заезжайте! Начинаем ремонт. Что нам нужно? Новая шина. Вот она. У зеленой машинки оторвался номер. Где он? Вот. У оранжевой машинки не хватает колеса. Какое подойдет? Правое. Мы починили уже три машинки. Автовоз опускает платформу. Заезжайте! Это кабина красной машинки. Ее нужно поставить на шасси. Готово! Как новая! Голубая машинка поцарапалась. Давай ее покрасим. Нужна голубая краска и кисточка. Вжик, вжик, вжик! Вжик! Царапину не видно. Машинки выезжают из автосервиса и заезжают на автовоз. Он повезет их в автосалон. А машины-помощники возвращаются в свой гараж. Наверняка завтра их ждет новое задание. Поэтому сегодня нужно как следует отдохнуть. Машины, машины, колеса, рули, кабины. Они ездят и гудят, везде возят тебя. Зови, как громче зови. Машины-помощники.
Из гаража выезжают машины-помощники. Сегодня их очень много. Неужели для каждой найдется задание? Смотри, самосвал выгружает разноцветные блоки. Из этих блоков машины-помощники будут строить лабиринт. Автокран поднимает блоки и строит из них стены. Экскаватор копает землю в коридорах лабиринта. Самосвал привез светофор, и сильный манипулятор экскаватора ставит его над въездом. А это кто едет? Правильно, это погрузчик. Он привез платформу с пружинами. С помощью этой платформы можно перепрыгнуть через яму. Последний блок. Готово. Посмотрим на лабиринт сверху. Вау! Кто же будет по нему кататься? Маленькие машинки. Их привез автовоз. Занимайте место на старте. Красный, желтый, зеленый. Вперед, машинки! Красная машинка повернула направо, а желтая с фиолетовой налево. Желтая машинка думает, нужно ехать туда. А фиолетовая чуть не упала в яму, которую вырыл экскаватор. Тупик, разворот, надо ехать назад. Ой! Еще яма! Нужно искать другую дорогу. Под кустом красная кнопка. Попробуй нажать, машинка. Стена раздвигается. Можешь ехать. Красная машинка закрывает за собой проезд. Фиолетовая машинка заехала на платформу с пружинами. Вот это прыжок! Ты хочешь проехать через дырку в стене? Не получилось. Застряла. Желтая машинка, нам нужна помощь. Только чтобы попросить кого-то помочь, нужно добраться до выхода из лабиринта. Получилось! Автокран. Фиолетовая машинка попала в беду. Помоги ей, пожалуйста, выбраться. Автокран спешит на помощь. Готово! Все машинки прошли лабиринт. Кататься по лабиринту было очень весело. Спасибо, машины-помощники, за то, что вы его построили. Отдыхайте в гараже. Уже скоро вас ждет новое задание. Машины, машины, колеса, рули, кабины. Они ездят и гудят, везде возят тебя. Зови, как громче зови. Машины-помощники.
Щенок, доброе утро! Смотри, какое красивое спелое яблоко прикатилось! Интересно, откуда оно? Ты идешь по запаху яблок? Вот еще! Смотри, как много здесь яблок! Фрукты созрели! Пора их собирать! Это апельсин! Ой! Апельсин упал щенку на голову! У него шишка! Из гаража машин-помощников выезжает скорая помощь! Где здесь больной? Вот он! Шишку нужно помазать мазью. Откроем аптечку, аккуратно возьмем мазь с лапкой и помажем голову. Все прошло. Спасибо, скорая помощь! Чтобы фрукты больше не падали на голову... Ой, осторожно! Правильно! Нужно их собрать! Щенок прибежал к гаражу. Машинки, помогите, пожалуйста, собрать фрукты. Как много помощников! Экскаватор с захватом, погрузчик и три разноцветных трактора с прицепами. Желтый, оранжевый и красный. Все едут собирать урожай. Будем собирать фрукты в эти ящики. Экскаватор трясет яблоню, и яблоки падают на землю. Погрузчик собирает фрукты в ковш. Целый ящик яблок. Два ящика. Три ящика. Порядок. Теперь соберем апельсины. Первый ящик. И второй. Груша. Как ловко экскаватор держит ее захватом. На дереве осталась еще одна. Мы собрали все фрукты. Пора везти их в магазин. Красные яблоки повезет красный трактор. В оранжевый прицеп погрузим ящики с апельсинами. В желтый – желтые груши. Машины-помощники отлично справились с заданием. Спасибо! Щенок идет отдыхать домой, в будку. Теперь можно и поспать. А машины-помощники едут отдыхать в свой гараж. Завтра их ждет новое задание. Машины-помощники.